Здравствуйте, уважаемые. Из года в год, когда наступают теплые дни, конечно же, начинается период дач, шашлыков, выездов. Все отмечается все подряд, да. Любой повод и, конечно же, под звуки костра, гитары и аромат шашлыка. Но в эти приятные моменты заходим мы в дом, да, чтобы захватить кое-что, а в коридоре, в общем, в любой комнате просто немерено мух. Конечно, можно взять мухобойку и вот прям лупашить налево и направо, чувствуя себя вокером, техасским рейнджером. Но все-таки лучший вариант – это эффективная ловушка для мух. Итак, что вам понадобится? 100 грамм куриного филе. Одна бумажная салфетка, одна пластиковая канистра с ручкой, одна пластиковая бутылка, 200 мл холодной воды и, извините меня, свежий помет. Значит, ход работы. В качестве приманки используем труп умершего цыпленка, потому что куриный жир – сильное средство, которое просто привлекает мух. Но если у вас под рукой нету трупа цыпленка, то просто берите 150-200 грамм старого куриного мяса. Значит, помещаем мясо в канистру. Да? Для основы ловушки используем пластиковый контейнер из-под молока и старую пластиковую бутылку. Сделайте в канистре боковое отверстие, вставь в него горлышко пластиковой бутылки. Так мухи будут попадать в ловушку. Запах гниющего куриного жира будет просто их завлекать. Далее заливаем в канистру воду так, чтобы она достигла высоты около 3 см. После этого не забудьте закрутить крышку верхнего отверстия. Ну, логично, да? Для второй ловушки для мух вместо куриного жира используйте, да, свежий помет. Конечно же, не забываем потом мыть руки. Через несколько дней куриный жир начинает гнить. И это стоит отличная приманка для мух. В общем, этот эксперимент удается, я лично пробовал. Мухи, попадая в ловушку, просто погибают. Это достаточно результативный метод, который поможет спокойно проводить летние дни у себя во дворе. Ну, конечно же, минусом данного метода является запах, исходящий от ловушки. Поэтому ее ни в коем случае нельзя располагать в закрытом помещении. Ну, разве что вам это нравится. А на этом у меня все. Более детальная информация на нашем сайте. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите еще больше интересного видео на нашем YouTube-канале. Всего наилучшего, услышимся.